за вклад в развитие Раменского городского округа награждается Галина Николаевна Галенкова. Совещание началось с вручения муниципальных наград. Николай Ханин вручил знак главы Галине Николаевне Галенковой, которая многие годы возглавляла территориальное управление Гжельское. Благодарственными письмами главы были награждены специалисты Раменской службы спасения Моисеенкова Светлана Сергеевна и Жуков Алексей Викторович. Также Николай Александрович поздравил с днем рождения председателя Совета ветеранов Раменского городского округа Желтухину Надежду Николаевну. Мне очень приятно, что мне выпала честь поздравить вас с днем рождения и пожелать вам здоровья. Я вижу, как вы трудитесь на благо всего нашего Подмосковья и особенно Раменского района. В минувшие выходные состоялось важное событие – второй региональный форум Комитета семей воинов Отечества в Центре культурного развития «Гармония». Мы в субботу встречались с Комитетом семей воинов Отечества Московской области. Приезжали руководители фонда «Защитники Отечества». Была очень хорошая дискуссия и выработаны правильные решения взаимодействия. Было показано много примеров, как мы можем усилить нашу работу. Конечно же, эту работу надо продолжать. В структуре МБУ содержания и благоустройства произошли кадровые изменения. Руководителем предприятия назначен Белоусов Антон Олегович. Среди текущей повестки недели – содержание контейнерных площадок, мониторинг работы уличного освещения и проверка питания в школах и детских садах. Руководители территориальных управлений на прошлой неделе совместно с родителями проверяли питание в школьных столовых. Нареканий со стороны родительского сообщества и школьников не выявлено. Еще одним важным вопросом, на который Николай Ханин сделал особый акцент – подготовка к предстоящим снегопадам и взаимодействие всех коммунальных служб. Как мы будем работать в период снегопада, я уверен, что досталось совсем чуть-чуть, и мы ощутим на себе все изменения природы. Поэтому прошу вас, уважаемые коллеги, эту работу и темп этой работы не снижать. Глава муниципалитета также поручил особое внимание уделять диалогу с жителями, продолжать информирование населения о предстоящей и проделанной работе. Ольга Чихачева, Сергей Григорьев, Андрей Мигунов, Раменское телевидение.